предложение при мэрии установить данный монумент в районе КХП «Круг», не доезжая до Дуэта. Первый вариант, который предлагается сейчас. Плюс к этому еще три варианта. Это старое место возле Дуэта на возвышенности, также перед въездом в город. Еще два места – это рядом с озером, не доезжая до Петромола, заправки с правой стороны. На том месте также возвести насыпь и установить данный монумент. Третий вариант. И четвертый – это уже возле автостанции «Круг». Это менее популярное место, так скажем, но тоже рассматривается. Будет производиться тендер на сметную документацию, на проектирование памятника. Финансирование, часть, как вы помните, нам предоставил Рената Усатый, 100 тысяч леев, но потребуются и дополнительные затраты, будут изыскивать уже из других источников, потому что потребуется совершенно другая сумма.